Дорогие друзья, с января 2018 года появилась возможность каждому человеку принимать участие в вебинарах Аркадия Петрова. До 2018 года у нас проходили только очные занятия, на которых требуется личное присутствие. И поступало очень много обращений от людей с просьбой создать возможность участвовать удаленно. И вот эта возможность появилась. Важно отметить, что вебинар не сможет заменить очного занятия и является дополнением к основной программе учения Древа Жизни. Благодаря Аркадию Наумовичу мы постарались сделать вебинары максимально доступными для каждого человека на нашей планете. Вебинар – это занятие через интернет, проходящее один раз в месяц. Занятие дает возможность каждому человеку, не выходя из дома, задать вопрос Аркадию Наумовичу и получить персональный ответ. Это возможность восстановить свой организм и получить новые знания. Если у вас есть задача по восстановлению организма или в получении срочной информации от Аркадия Петрова, вы можете стать участником вебинара без каких-либо ограничений. Сейчас уже собираются очень большие группы на эти занятия, и та работа, которую мы все вместе делаем синхронно, сразу же отражается в физическом мире. Занятие длится 3 часа. Если вы в первый раз будете участвовать в вебинаре, мы можем порекомендовать вам немного настроиться. Для этого сядьте ровно, закройте глаза и просто подышите. Послушайте свое дыхание. Затем вспомните о своей задаче и сосредоточьтесь на ней. Для этого можно сформировать перед собой на уровне груди сферу бело-серебристого цвета. Вам достаточно хорошо представить сферу и с большим желанием вложить в нее задачу. Например, норма работы сердца по канону Создателя. Или любую другую задачу по приведенному примеру. Затем сконцентрируйтесь на сфере с вашей задачей 2-3 минуты, чтобы закрепить образ и сосредоточиться на задаче. После этого представьте себя в будущем. Это может быть далекое будущее, а может и не очень далекое. И в этом будущем увидьте себя, что вы полностью здоровы, ваши близкие полностью здоровы, и все события у вас в норме. И находясь там, вспомните день вебинара, как вы ставили задачу перед вебинаром, как вы работали во время вебинара и получили знания и навыки. В дальнейшем эти знания помогли вам восстановиться и восстановить все события вокруг вас. Находясь в будущем, вы можете посмотреть еще в более далекое будущее. Подумайте о перспективах, которые открываются перед вами. Вы ощутите целебное состояние вечной жизни. Начните вебинар в этом целебном состоянии. В начале вебинара будет даваться общая информация и новые знания. Когда Аркадий Наумович начнет читать тексты, рекомендуем вам сосредоточиться на тех образах, которые будут возникать в сознании. Если ясновидение пока не развито, вы можете представлять образы. Эти образы – целебные коды, несущие знания. После восприятия образов вспомните о вашей задаче и подумайте, как можно с помощью полученной информации решить задачу. Этот процесс развивает сознание и позволяет распаковать полученную информацию. Затем будет работа по нормированию организма специализированным лучом. Мы вместе с вами, большой группой, будем работать на восстановление организма. Эта работа очень важна, ведь чем больше нас объединяется в группу, тем быстрее мы получаем результат. Представьте, что вы научились разговаривать с клеткой какого-то органа в теле и просите ее начать работу по восстановлению этого органа. И клеточка обязательно откликнется и начнет работать. И чем больше клеточек к ней присоединится, тем быстрее будет результат. И этот же процесс можно наблюдать на макроуровне. Точно так же Создатель нас учит совместной работе. Перед запуском луча вспомните о своей задаче и попросите луч помочь вам в ее решении. Ведь каждый луч обладает своим сознанием, и вы можете с ним общаться. Аркадий Наумович прочитает информацию о луче и скажет 3 волшебных слова. Так, начинаем. 1, 2, 3. После этого вы можете наблюдать за работой луча и одновременно у него обучаться.
Но если ясновидение пока не развито, вы можете специально представлять, как работает луч, направляя его в нужное место своим сознанием. Ведь чтобы развить ясное видение, важно научиться и ясно представлять. Если вы начнете представлять работу луча, луч вместе с вами начнет действовать по задаче, и процессы на восстановление организма будут запущены. Вы получите опыт коллективной работы и сможете поделиться в чате вебинарной комнаты с другими участниками. Тем самым закрепите результат в физическом мире. После проделанной работы вы сможете задать вопросы Аркадию Наумовичу в общем чате и получить персональный ответ. Поэтому, если у вас нет возможности очного посещения занятий, вебинар – это единственное место, где вы можете задать вопрос Аркадию Наумовичу напрямую. И мы рекомендуем заранее продумать вопросы, чтобы они максимально вам помогли в решении задач. Следуя этому простому набору действий, вебинары будут эффективными для каждого участника. Благодаря Аркадию Наумовичу получилось максимально снизить стоимость участия в вебинаре и дать возможность регистрироваться участникам из любых стран. Вебинар – это целебное и живое событие для всех людей на планете, поэтому если у вас есть потребность, мы будем рады видеть вас на занятии и работать вместе. До встречи на вебинаре!